Народную инаугурацию и поздравления жителей округа с юбилеем региона будет транслировать Ненецкая телерадиовещательная компания. Увидеть все в прямом эфире смогут зрители на телеканале «Север» в пакете «Триколор» или по кабельному ТВ. Трансляция будет длиться 6 часов с 11:00 до 17. Трансляция у нас запланирована в штатном режиме, как и раньше у нас были, Бурандей, 9 мая. Линия уже отработана у нас, то есть Ненецкая компания электросвязи нам предоставит канал. Мы оттуда перегоняем как бы сигнал уже сюда в аппаратную и дальше. В прямом эфире организуют и смс-чат на номер 5522. С его помощью каждый сможет поздравить жителей Ненецкого округа с праздником. Все смс-ки будут видны в эфире. Подсказку о том, как правильно отправить сообщение, увидите на экране. Кроме того, в курсе происходящего останутся и те, кто 20 сентября не будет сидеть у телевизора. Онлайн-трансляцию организует радио Нарьян-Мар-ФМ. Качественную картинку будут наблюдать и пользователи интернета. На сайте trksever.ru подготовлен новый раздел. Мы постараемся сделать так, чтобы его было видно с первого взгляда на наш сайт. На сайте будет висеть баннер, вот я его сейчас как раз делаю. Уже сегодня на сайте вы сможете посмотреть программу праздника. Она находится в разделе «85 лет Ненецкому автономному округу». Екатерина Гончарова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».